В квартирах холодно, на улицах скользко, дворы завалены снегом. Ответственные лица не спешат выполнять свои обязанности. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальные службы закрыли глаза в этот раз. Мороз и солнце – не такое уж и чудесное словосочетание для жильцов многоквартирного дома на Деповской, 9. Батареи в квартире не успели нагреться, как уже остыли. Люди замерзают. Потрогайте. Ниже потрогайте. Ой, вообще ледяное. Ни в ванну не зайти лишний раз. Не то, что говорят, там что-то вымыться или душ принять. Это просто невозможно. Жужжит в обоих ушах, и это не Карлсон. Жительница Барнаула уже несколько лет вынуждена жить в берушах. Всему виной непрекращающийся гул в квартире. Он, получается, от всех стен идет. Вот или... если взять вот эту комнату, коробку, вот вся стена, вот это она будет. У меня уже страшно болят. Это моя ежедневная, скажем так, ночнушка для сна. Ледовый сезон открыт. Барнаульцы жалуются на смертельно опасный гололед в городе. А то идешь как гейша потихонечку. Перед тем, как зайти в гости к жителям этого дома, нужно одеться потеплее, ну или вовсе с верхней одеждой не расставаться. Квартира холодна так же, как и на улице. Потрогайте ее вот здесь вот. Ох, еле теплая. Она еле теплая. То есть у нее температура, как у температура тела, ну 33,9. Ну, то есть у нас такая же температура, как если бы мы просто посадили сюда какого-то человека в эту комнату и просто грелись от него. Бесконтактный термометр, купленный в пандемию, жительница дома на Деповской, 9, Татьяна Труфанова, вынуждена использовать не по назначению, не для измерения температуры тела, а батареи. На электронном табло 30 градусов, при норме 60. У нас пошла плесень из-за этого. То есть никогда, вот этому ремонту лет 7. Мы с ремонтом покупали, вот этот вот угол, он стал отсыревать. Вручают обогреватели, без них никуда. Ставят даже возле белья, чтобы хоть как-то просушить. А управляющие говорят, что у нас все в пределах нормы. Вот здесь попробуйте вообще встать на пол. Но пол леденящий. Аня, иди на постельку, бронхит, быстро. Жильцы не успевают вылечить бронхит, как вновь простывают у себя же в квартире. Комнаты едва прогреваются до 18 градусов. Но это норма, говорят жителям в управляющей компании. Норма якобы 18 градусов уже нормально. Я стала узнавать госинспекции наши, это Государственная инспекция строительного жилищного надзора. Норма в Алтайском крае не 18 градусов, 18-20, как они говорят. Все зависит от географии региона и от того, какие там температуры держатся зимой. У нас норма 20-22. Мы писали жалобы, заявления, они двери не открывают. Я говорю, как нам тогда быть? Что примите, а как хотите? Норма 18 градусов. Я говорю, вы при 18 градусах на улице как ходите? Раздетые? Не постирать лишний раз, не помыться. Наталья Затеева живет на первом этаже. Точнее, выживает в доме с начала отопительного сезона. Дикий холод. Вот, пожалуйста, батареи. Как вот они? Рука лежит и может сутками лежать, и ничего. Нагоняют тепло искусственно, плиту не выключают, от обогревателя ни на шаг, ни жильцы, ни питомцы. По утрам вообще караул, всего 16 градусов. В управляющей компании жильцам признались, что холода в квартирах на Деповской, 9, да и в целом в железнодорожном районе – обычное явление. Железнодорожный район, все дома стоят, вообще стоят. Ну, нету ни на одном это, вот, ну, не тянет оно, то есть это нету перепада. Ну, вот там сейчас на многих увеличат домах тепло. Конкретики никакой, когда именно увеличат подачу тепла, мы попытались выяснить сами. Но управляющая компания первая дверь нам не открыла. Звонки тоже проигнорировала. Замерзающим жильцам, к слову, ничего не остается, как ждать рождественского чуда. В каком ухе жужжит? В левом? А вот и не угадал. В обоих ухах. Это отрывок из мультфильма «Малыш и Карлсон», а как будто из жизни жительницы многоквартирного дома Елены. Правда, поселился у нее в квартире совсем не мультяшный персонаж. А он, получается, от всех стен идет? Вот или... если взять вот эту комнату, коробку, вот вся стена, вот это она гудит. То есть спать-то в таком шуме невозможно. Монотонный, еле слышный, но раздражающий гул в квартире. С ним жительница дома на Чехачёва, 17, Елена живет бок о бок второй год. К
нашему приходу, говорит хозяйка квартиры, шум как будто кто-то приглушил. Ухо приложите, гул идет. Полтора года назад женщина отпраздновала новоселье, обустроилась и подумать не могла, что купила кота в мешке. Когда включили отопление, начался отопительный сезон, я услышала этот звук. Соответственно, стала обращаться в УК. УК-фактория. Приходили, смотрели, слышали, но проблему не решали. Закрывали двери передо мной, оскорбляли меня, что я ненормальный. С шумом и с диагнозом матука ненормальная женщина прожила весь зимний сезон. Пришло тепло, Елена вздохнула спокойно, но в октябре вновь дали отопление. И опять нате. Но тут Елена уже оказалась во всеоружии. Тыкаю, уши у меня уже страшно болят. Это моя ежедневная, скажем так, ночнушка для сна. Я заткнула уши, утром я вытыкаю их, иду, включаю радио, чтобы приглушить этот звук, потому что он меня очень сильно напрягает. Все наготове, пожалуйста. Вот в такой тишине я не слышу. Но если я это выключила, да, все, я сажусь, например, готовлюсь к работе, работа у меня не очень, скажем так, кайфовая. Я кассир-продавец Мариера. Я после этого шума прихожу, хочу отдохнуть. Ложусь, и начинается вот этот гул монотонный. Женщина, чтобы доказать, что шум в квартире действительно мешает жить, даже закупила специальные приборы, начала искать источник шума. Надеваете его и прислоняете. Пожалуйста. Вот он, гул слышен. Вся эта стена, особенно вот здесь, вот, вообще очень-очень слышно. Вот так мне. А представители генерирующей компании ответили с юмором. Поставьте кровать посреди комнаты и спите. Далее администрация, жилинспекция, приемная губернатора, Роспотребнадзор. Последние замерили уровень шума в доме. Оказалось, все в норме. Во время проверок отопление было отключено. Я задаю вопрос. Администрация Октябрьского района стоит. Идите, прибавляйте отопление. Давайте послушаем его, как я живу. На что мне улыбка в ответ? Я ничего не делал. В подвал меня никто не пускает, просит 500 рублей. Обращение Елены ходит по кругу. К слову, совсем недавно пришла очередная отписка от УК. В ней говорится, что проблема с шумом безосновательна. Вопрос закрыт. А это значит, что спать спокойно женщина сможет не раньше мая. И то ненадолго, до следующего отопительного сезона. Коньки сейчас самая ходовая обувь, причем платить за вход на каток не нужно, он бесплатный по всему городу. Катайся себе на здоровье. Моя коллега Мария Микшута узнавала, когда можно будет переобуться, не рискуя при этом поскользнуться. Мест, где стоит передвигаться аккуратнее, полно. Далеко ходить не надо, центр города, пересечение улиц Ленина-Чкалова и катушка на Молодежной. Пора, а то идешь как гейша потихонечку. Пора, пора. А в этом году еще не падали, не подсказывались? Падали. Я живу здесь рядом. Вот этот участок, буквально полный гололед. Рядом третья городская поликлиника, но доходят до нее самые стойкие. Людям с недомоганиями, чаще всего пожилым, нужно буквально взять себя в руки и преодолеть ледовый барьер. Поликлинику. Здесь скользко постоянно. Постоянно, каждый год. Уже вторую неделю скользко почти на всех улицах, даже в центре Барнаула. При этом время идет, но то ли техника не доезжает, то ли песок экономят. Правда, пока одни жалуются на гололед, другие на вред пескосоляной смеси. Да нет, наверное, лучше аккуратненько ходить, чем по песку и по соли. Мы же обувь-то тоже ведь разъедается. Ну, наверное, есть какие-то современные реагенты. А соль, песок – это не прошлый век. Сколько песка ежедневно высыпают на улице, мы попытались узнать в администрации города. Но оперативного комментария не получили. Не просто и во дворах многоквартирных домов. Например, в районе улиц Антона Петрова и 2-й Северо-Западной. Горку для детей заливать не стали, она появилась здесь сама, как только подморозила. Да, Елена, тут скользко. Ну, пора уже что-то предпринимать, что-то делать. Детей же много. Машины ходят, все накатано. А у вас во дворе скользко? Конечно. Сейчас везде так. Сапоги вообще невозможно. Это сапоги, мне нормально. Как ведут борьбу с гололедом во дворах многоквартирных домов, мы решили узнать в нескольких управляющих компаниях. Говорят, следят за тротуарами, дорожками к подъездам и гарантируют крепкое сцепление.
дворники утром с утра отдавливают наледь у подъездов и в проезжей части и посыпают после ближе к 12 соляно-песчаной смесью, чтобы она подтаивала маленько. Однако гололедица не везде. Буквально сегодня утром на некоторых дорожках появился свежий песок. Остается понять, когда остальные пути станут проходимыми и до каких пор людям нужно менять привычный маршрут на безопасный. На этом все. Если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк» или пишите нам в социальных сетях. Мы поможем ее решить. Это был «Коммунальный патруль». Следите за программой, оставляйте ваши комментарии. Увидимся в новом выпуске.